его личный штаб. Аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. Ну что ж, а я приветствую вас на канале AsmodeePlay. И мы продолжаем играть Sniper 3 Elite. Ну что ж, давайте замахнемся на нечто большое и великое. Иди по верхней дороге, будешь помечать мне цели. О, я мне еще помощника дают. Главное, чтобы он, падла, все видел. Теперь только вперед. Только мерзнешь. Вперед. Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Это люблю прекрасно. Работу. Только вперед, разум зовет. Есть три дороги. Как он там есть? Сотня дорог. Итак, давайте посмотрим, откуда я начинаю миссию. Из кишки, значит, получается. А место, говоришь, для снайперов здесь? Да, на возвышенностях. Оу, какой сервис. Ага. Ты вон где идешь. Тебе хорошо. Давай, опаньки. Может, тут что-то и есть. Но... Так. На всякий случай. Ой. Кабель. Сейчас мы его... завалил козла. Смотри туда. Сейчас у тебя в глазах запоют птички. Да. Вот так. Быстро и со вкусом. Кого ты мне еще пометишь? С этой стороны ты не видишь, да? Так. Это, наверное, снайпер там. Так, шумы какие-то здесь есть, нет? Есть, но не здесь. Так, задача у меня. Задача. Проникните в штаб. Что, задача одна, да, получается? Так. Успел. Успел. Вон он.
Так. Опаньки, опаньки, да, потушеньки. Ой, чуть не спалился. Ах ты, козел. Давай. Самолет, мне нужен самолет. Пожалуйста. Еще немножко. Да где ты, падла, когда ты так нужен? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Че? Все, самолеты перестали летать? Давай, не буду ждать. Посмотрим. Идите пока туда, а я пока здесь разберусь. Вот сейчас-то не надо мне тут отложение делать. Так, стоять. Давай, будешь стрелять? Что-то никакого шума, что ли? Ладно. Это хорошая наблюдательная точка. Так, а что здесь? Туда бы как-нибудь попасть можно? Нет. Ладно, тогда мы отсюда их. Я успел так отпустить. И да, в голову тебе. Давай, какая прелесть. И огонь. Нет, нет, нет. Так. Это какая-то была глупость, так.
выстрелить, сменить позицию. Хороший рисунок. Так. Давай. Бамк. Ну все. Дострелялись, чувачки. А ты чего вышел глядеть-то на меня? Ты на меня, я на тебя вышел. Глядеть играю. Ой, какой кошмар. Ух ты. А тут смотрите, тут пещера какая-то. Бамк. Так. Ну вот, Вася, ну толку нету никакого. Идите, ищите меня. Там, где меня давно уже нет. Ты там сверху-то хоть рассказывай мне, кто где. Вот, видишь, ты мне ничего не сказал. Человек головой лишился. А, так я попал в этот... в шум. Как я и задумывал, да? Давайте посмотрим так. Прям в лоб, чтоб не смотрел куда не надо. И сменим позицию. Опаньки. Да. Замечательно. Свидетеля убрали. Прекрасно. Так, далеко сидел. Захрипел, захрипел, господи. Так. Ты кого-нибудь здесь видел? А, бесплатное приложение. Уже хорошо. Давайте, тут я как понимаю, можно сзади, да, обойти? Это куда я ползу-то? Ну, наверное, позиция там. Я так предполагаю. Может, позиция-то и там, да только вот мне на нее не добраться. Из-за... Вот кто так строит? Валит. На пустом месте сейчас разобьешься еще. Так. И что же мы видим? А у нас в квартире нас, а у нас. Так, а их там двое должно быть.
Надеюсь, они меня не видят. Отлично подойдет, чтобы скрыть тебя место. А кого мне тут пристреливать? Я аж вроде всех перестрелял. Я вижу, ребятки, у вас проблемы. И я знаю, кто эти проблемы создает. Это я. Так. Давайте сразу себе помеху сделаем. Помеху. Как называется? Так, здесь по-любому кто-то потом поедет. Едет и тому подобное, это мы. Ага. Знать бы только, да. Прямо сейчас бы заминировал. Давайте посмотрим, что у нас в домах есть. Надо насобировать всего. А то, я так понимаю, у меня ничего нету. Иголка, соков. Еще и патроны трачу на этих упырей. Кстати, надо было этих обыскать. Вернуться. Вот он. Вернуться и обыскать. Может, что-то хорошее бы нашел. Спасаться мне пока все равно некого. Всех вроде положил. Где они? Ой, обгоревшие. Кусочки мяса лежат. Тихо-тихо. И вот так. Ничего не найдено. Стоило мне за ничего не найдено там еще. Обжегся только. Заходим. Так. Сегодня я стоял над умирающим врагом, у него была открыта рана живота, он кашлял и что-то бессвязно бормотал. В него попала шальная пуля, когда он пытался спасти раненых. Я видел, как он спас двоих, прежде чем упал, пытаясь спасти третьего. Признаюсь, он напомнил мне Эмиля. Надеюсь, что с ним все в порядке. Сегодня вечером я выпью за него, и пусть мысли о Хильде помогут мне заснуть. История войны, коалиции, воспоминания Эмиля. Эмиля, кстати, раньше сериал такой был про парня. Эмиль. Комедийный. Прикольный. А если не ошибаюсь, он был вроде польский. Ой. Ну-ка. Кто же знал, что там бронетехника-то спрятана? Не понял. А где бронетехника? Это только что была. Я что-то где-то понимаю.
Вон она была. Вроде техника. Ну-ка, дай я посмотрю, как это живет. Понятно. Получается, такая же машина. Такая же простая машина. И у нее те же слабые места. Тише. Ты из машины уже не можешь выйти, правильно? Вау, быстрый ты парень. И морда у твоей машины. Постой ты. Я хочу проверить, правда это или нет. Правда, все-таки. Но тебе так... Все-таки правда. Обыкновенная машина такая же. Осталось только попасть. Только попасть тебе осталось, падлу. Да. Должен машину подавай, давай. Ох, полетели. Ой, там еще что-то или кто-то. Ох ты. Дневник Валена. Бесполезность Ромеля. Кажется, Ромель мне больше не нужен. Он сдержал наступление союзников, и в результате у меня не возникло никаких заминок в процессе производства. Пусть он играет свои маленькие шахматы в западной пустыне. Очень скоро одним решительным движением я смахну с доски и его фигуру, и фигуру союзников. Предательство. Предательство. Ух ты. Машинка едет. Так, ладно. Где этот грузовичок тот? Я ж пометил его. И он там встал. Сделал круг. А кто бормочет? Так. Ладно. Захочет еще раз повстречаться, приедет. Я бы за ним еще не бегал. Хотя лучше бы прибежал. Че, кто-то пешком едет? Идет. Мы едем. О!
И где меня самое главное спалили-то? Все чисто. Да. Ты один был? Походу дело один. Спокойно. Вон он. Да. Пробил. Попал. Потом приду. Посмотрю на вас. Где вы? Да, попал. Все. Эти ручки тебе больше не нужны. Ты рядом с другом как раз поляжешь. Вон ты. В одной пучке. Вау, смотрите. Трахею. Хлам. Так. Ну куда? Куда ты? Ой, дурнилюшка. Вас просто разрывает. Так, а там кто, снайпер еще, да? Или кто? Ну, видимо, что-то в этом роде. Так. Вообще не понял, это как получилось-то так. Откуда ты вылез, чертики с табакерки? Так, ну-ка, давай-ка вот сюда забегу. Так, припасы, мне нужны припасы. Припасы у нас вот здесь. Точно знаю. Сам видел. Взяли.
Ну что ж, на этом я думаю закончим серию и продолжим ее в следующий раз. А пока подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и не забывайте ставить лайки. Пока.